Родители детей, погибших при пожаре в лагере «Виктория», считают, что расследование обстоятельств трагедии искусственно тормозится. Для завершения уголовного производства они потребовали образовать следственную комиссию Верховной Рады. Родители погибших детей провели брифинг в Верховной Раде. Правоохранительные органы максимально намагаются замять эту справу. Тому що у трагедії винні високі посадові особи Одеської міської ради. Через півтора года после случившегося украинское следствие не составило акта исследования места пожара. По требованию одного из родителей была проведена независимая экспертиза с участием зарубежных специалистов. Результаты данной экспертизы уже есть. И результаты просто жахливые и шокующие. Слідство не ставило питання перед експертами і передало до суду справи із тим, що навіть не було встановлено причину виникнення пожежі. Міжнародна експертиза визначила і причину виникнення пожежі, і також визначила дуже великі порушення при проєктуванні та будівництві табору «Вікторія». Моя дочка Сніжана поїхала в лагер «Вікторію» відпочити, оздоровитися, але оттуда не повернулася. Мне ее вернули в закрытом гробу. И это очень страшно. По сегодняшний день нам не ответили, кто виновен. Наконец мы получили заключение международной экспертизы, где даны ответы на все наши вопросы. И мы хотим, чтобы виновные лица ответили за смерть наших детей. По мнению родителей, коррумпированная правоохранительная система не способна провести объективное и полное расследование. Ми звертаємося також до Верховної Ради з проханням створити тимчасову слідчу комісію саме по трагедії у таборі «Вікторія», оскільки вона має систематичний і характер для всіх закладів в Україні, які передбачають відпочинок дітей, для того, щоб дане розслідування і дана справа не могла бути просто спущена на тормозах. Задача Временной следственной комиссии Верховной Рады, если, конечно, она будет образована, обеспечить завершение уголовного производства и передачу материалов расследования в суд. Для этого нужно преодолеть все коррупционные барьеры.